Хорошо оплачиваемая работа в немецкой мясной индустрии. С помощью такой рекламы румынские фирмы, как, например, торгово-посредническая МГМ, ищут работников. Ангела и Габриэла были в числе тех, кто поверил такой рекламе. Работы в Румынии у них не было. Детей оставили дома и трудоустроились на фирму-субподрядчик. Субподрядчик обещает много. Например, предоставить жилье, а также обучение практическим навыкам. На самом деле, все совсем по-другому. Жизнь на паре квадратных метров, за которые с каждой зарплатой удерживают по 250 евро. Дистанцию соблюдать невозможно, уединиться негде. От коронавируса здесь защиты нет. Так что вспышка пандемии здесь была неизбежной. Коронавирус подцепили не менее 1500 работников мясокомбината «Тённис» в цехе, по дороге на работу или в общежитии. В микроавтобусе было вообще только 7 мест, но сажали и 10-рых. За 2 часа до начала смены мы выезжали, а потом после работы 2 часа ехали домой. 2 месяца мы работали каждую ночь по 11 часов. Выходных не было вообще. А оплачивали нам только 8 рабочих часов. Работа на конвейере. На мясокомбинате «Тённис» в Реда-Виденбрюке забивали и разделывали по 25 тысяч свиней каждый день. Какие меры были приняты для защиты работников во время пандемии? Никто из администрации мясокомбината не соглашается дать интервью Deutsche Welle. Отсылают к субподрядчикам. Они, мол, нанимали восточноевропейских рабочих. Таким, как торгово-посредническая фирма МГМ, находящаяся по соседству. Но и здесь никто не захотел отвечать на наши вопросы. Ангелу и Габриэлу нанял другой субподрядчик. На мясокомбинате «Тённис» они трудились на расфасовке мяса. Обещали 1400 евро. Никаких вычетов за аренду жилья и транспорт. 8-часовой рабочий день. Вот что нам обещали. На самом же деле, говорят они, все было совсем не так в живописном Реда-Виденбрюке. Условия работы как на заре индустриализации, и многие это знали. Да, все это знали. Все это было хорошо известно уже многие годы. Так вот, все это было, да. Обидно все это, а то весь наш регион теперь ославился. Это известно уже многие годы. Когда возникла угроза распространения вируса на весь регион, игнорировать царящие на комбинате порядки стало невозможно. Власти ввели локдаун, временно закрыли предприятие. Пастор Петер Коссен уже давно обращает внимание на кошмарные условия труда в мясной индустрии. Властям, говорит он, следовало вмешаться намного раньше. Такие условия труда и проживания изматывают мужчин и женщин. С ними обращаются так, как будто у них нет человеческого достоинства, как будто они люди третьего сорта. И все это будет продолжаться и впредь, если общество не вмешается и не наведет порядок. Навести порядок не только в том, что касается условий работы и проживания. Теперь уже и представители бизнеса ратуют за реформы в мясной индустрии. Небольшим скотобойням все труднее оставаться на плаву. Производственные расходы растут, а цены на мясо снижаются. Именно поэтому и происходит централизация производства на больших мясокомбинатах. Большие становятся все больше, а маленькие исчезают. Жалко. Вернемся к работницам в Реда-Виденбрюк. После многомесячной работы на износ они остались с пустыми руками. Но они не отчаиваются. Приходится жертвовать собой ради семьи, чтобы у детей было лучшее будущее. Женщины хотят для начала вернуться в Румынию, к своим детям. Их надежда на хорошую работу в Германии с приличной оплатой пока не сбылась.